годами. Не побоюсь этого слова, годами мы слушаем песню о самом лучшем дне. И каждый представляет для себя что-то такое эфемерное. Часто это не имеет ничего общего к реальной жизни, с реальной жизнью. Да ладно, у меня, например, представление о том, как я хорошо выспалась, как я смотрю какой-нибудь прикольный фильм и поедаю оливье. Ну, я же говорю, это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Вот. Но все-таки случаются иногда такие дни у людей избранных, когда можно смело говорить, что день этот был самым лучшим. И один из этих людей, мы очень надеемся, здесь и сейчас окажется с нами на связи в прямом эфире. Я набираю, ты тяни время. А между прочим, друзья, зовут барышню Юлия, и она выиграла целых 500 евро. Да, и все потому что смотрела видеотеку «Старт» и, конечно же, смотрела сериал «Гранд». Ответила на вопрос правильно и победила. Вообще, для невнимательных слушателей радиокартины мы хотим сделать а-та-та, потому что информация о том, что можно выиграть 500 евро, она курсирует в эфирах, она курсирует на платформах, связанных с картиной ТВ, давным-давно, потому как уже третий раунд конкурса розыгрыша 500 евро от видеотеки «Старт» и картины ТВ завершился, и Юлия именно призер третьего раунда. Почему-то не идет звонок, но мы все равно нет, будем сейчас, ждать. Я думаю, дозвонимся. Да. Хотелось бы мало того, что Юлию... Алло? Алло? Алло! Вот так нежданно-негаданно, почти как 500 евро, врывается Юля Михель в эфир «Радиокартина». Здравствуйте, Юля! Догадайтесь, по какому поводу мы вам звоним? И кто мы вообще? «Радиокартина». О, понятно, интриги не состоялось. Мы хотели у вас просто денег одолжить, понимаете? Мы вообще, да, звоним, чтобы попросить в долг у вас 500 евро. К сожалению, на них уже планы. Ага, все вот понятно. Так. Надо было звонить раньше. Надо было, мы чуть-чуть опоздали. Юлия, расскажите, пожалуйста, как пришли к видеотеке «Старт» на «Картина ТВ»? Ну, реклама на «Картина ТВ» и... Начала смотреть фильмы. Не пожалели? Нет. Речь идет, кто для тех, кто не в теме, речь идет о комедийном сериале «Гранд». Это, кстати, прямой ситком «Отеля Элеон». Юль, вы смотрели «Отель Элеон»? Нет еще. Правильно, начали с «Гранда», за который сразу получили 500 евро. Вообще, все как-то так нежданно у нас получается, так же, как и вы получили 500 евро. Мы вас поздравляем. Это вообще самый главный посыл нашего телефонного звонка. Юля, расскажите, учитывая, что у вас сегодня день рождения, да, насколько мы знаем? Да. Ой. Мы вас поздравляем с днем рождения. Вам улыбок побольше, конечно же, и побольше побед. И денег побольше. На своем жизненном пути, ну, естественно. Спасибо. Юль, а расскажите вообще, как узнали, что выиграли 500 евро? Когда это случилось? Свои ощущения пишите. Ну, вчера. Самый лучший если день заходил. Честно, я даже не ожидала. А вот увидели свое имя в графе «Победитель» и вот какие эмоции? Мурашки, слезы, что? Сначала не поверила. Ага. А первый человек, кому сказали, что выиграли, кто был? Извините, что? Первый человек, кому вы сказали, что я выиграла, кто был? Ну, мужу, конечно. А, мужу, вот действительно. Да, скажите, часто вообще удается что-то выигрывать? От вас, да. То есть вы как? У нас обласканное вниманием, да? Ну, я пару раз выигрывала билеты. Ага. На фильмы и годовой абонемент. Да вы что? Ну, в общем, победитель по жизни, одним словом. Хоть и носите имя Юлия, но чувствуется, что вы как прям Виктория, как победа, действительно. Ну, я надеюсь, будет дальше вести. Обязательно будет вести, тем более, что практика показывает, вы этого достойны. Юль, а вот такой вопрос. Помните, наверное, пасмурный такой грустный ноябрьский день 2014 года, 15 ноября на календарях. Вот вы не помните, что вы делали в этот день? Ой, нет. А мы вам знаем. Подскажем, да. Мы точно знаем, что вы делали в этот день. В этот день вы стали абонентом, «Картина ТВ». Вот. Это был день, когда ваша жизнь наполнилась новыми красками и новыми возможностями. Да. Помните, как настраивали, как первый раз включили российское телевидение? Помните какие-то ощущения? Да, конечно, я настраивала сама его. Да вы что? Ничего себе. Да. То есть вы еще и мастер техники. Юля, со всех сторон вы молодец. Мы вас от души поздравляем с выигрышем. Ну, если не секрет, какие планы на обретенные средства? Отдых? Шопинг? Ну да, отдых с семьей. Хочу провести время с сыночком и с мужем.
Ну, остальное на себя, любимую. О, ну все правильно. Нужно все себя правильно баловать. Мы поздравляем вас с днем рождения. Мы поздравляем вас с выигрышем. И, ну, вы уж поделитесь своими, так сказать, лайфхаками со всеми слушателями радио «Картина». Как выигрывать, как играть, как надеяться, как держать кулачки. Расскажите. Ну, в первую очередь, просто нужно участвовать. Потому что если не будешь участвовать, то шансов не будет. Ну да, действительно. Под лежачий камень вода не течет. Да. А, ну, когда не ждешь, тогда оно приходит. Просто надеяться. Скажите, а вам какой вопрос попался из сериала «Гранд»? Ой, что-то про игру. Что-то про игру. Игра, которая увенчалась выигрышем. Мы поздравляем вас, призываем всех друзей, слушателей радио «Картина», участвовать в розыгрыше 500 евро. Еще один раунд есть, четвертый, финальный, и у вас есть шанс, так же, как Юля, выиграть 500 евро. Да, обязательно участвуйте. Спасибо вам, Юлия. Еще раз принимайте поздравления с днем рождения. Всего вам самого-самого хорошего, доброго, светлого. Улыбайтесь почаще, да вообще пусть ваша жизнь будет наполнена 500-ми. Не только 500-ми. В троекратном размере, по крайней мере, в денечек так. Ежедневно, да. Да, да, да. Юль, какую песню хотите послушать в честь выигрыша, в честь своего праздника? А давайте что-нибудь от Ани Лорак. А давайте что-нибудь от Ани Лорак, с удовольствием. Сумасшедшая песня, сумасшедший выигрыш, сумасшедшее счастье здесь на радио «Картина». Поздравляем Юлю Михель, победительницу розыгрыша 500 евро от «Картина ТВ» и видеотеки «Старт». Итак, друзья, в общем, подключайтесь к «Картина ТВ», к видеотеке «Старт», смотрите сериал «Гранд» и выигрывайте 500 евро. Еще есть шанс получить свой приз. А Юля, вам спасибо. Спасибо вам большое тоже. Радио «Картина». Остальное — шум.